Стоит начать, наверное, с того, как я вообще попал в донорство. Попал чисто из интереса. Стал интересен сам процесс, как вообще это происходит. Пришел первый раз, посмотрел обстановку, сдал кровь первый раз. Посмотрел на людей, которые там присутствуют. Очень много людей приходит и сдает кровь. И поговорив с ними, я понял, что это приносит реальную пользу людям. И как бы пришел к тому, что должен тоже свой долг исполнять, вот, помогать людям, которые в этом нуждаются. Стал приходить регулярно сдавать кровь, вот с 2017 года этим занимаюсь. На данный момент 15 сдач крови, ее компонентов. Да, это правда заставляет задуматься о своем здоровье, о питание, об образе жизни своем, о физических нагрузках. Плюс ко всему, сдача крови сама по себе, она приносит некую пользу вообще здоровью. Обновление крови, там, профилактика онкозаболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому вот с того момента, как один раз случайно попробовал, до сих пор этим занимаюсь.